Всем привет! В этом видео поговорим о том, что американские военные просочились в государственные структуры Великобритании. Любопытную статью опубликовал британский сайт журналистских расследований Des Classified UK, сообщивший о том, что Министерство обороны Великобритании решило частично рассекретить данные о пребывании американских военных на территории страны. Британское военное ведомство публично призналось в том, что на территории Великобритании дислоцируется 11 912 военнослужащих США, которые располагаются на 7 военных базах. Еще 52 военнослужащих трудятся в американском посольстве в Лондоне. При этом 135 военных также постоянно базируются во множестве неизвестных мест по всей Великобритании. Сообщается также, что помимо американских военных, на территорию Великобритании продолжают просачиваться сотрудники Пентагона. Они в количестве 48 человек также рассредоточились в неизвестных местах и занимаются неизвестно чем. Точнее будет сказать, что американские военные занимаются сбором различных разведывательных данных, которыми располагают британские власти. Однако каких именно британским военным доподлинно неизвестно. Известно также, что 183 американца были недавно отправлены в командировки в Великобританию для выполнения секретных заданий. Все указанные сотрудники входят в штаб 101-го крыла боевой поддержки ВВС США. Отмечается, что американские военные планируют разведывательные операции на Европейском театре военных действий. Британские военные чиновники проинформировали членов британского правительства о том, что ряд высокопоставленных американских военных также осуществляет административные функции на территории Великобритании. При этом, что подразумевается под административными функциями и почему их осуществляют американские военные, британские журналисты выяснить не смогли. При этом они сообщили, что по документам американские военные проходят какие-то курсы в британских вузах и формально числятся на британских предприятиях оборонной промышленности. Указанная статья получила широкий общественный резонанс в британской прессе. Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что он лично отклонил предоставление данных о размещении американских военных британским властям, поскольку раскрытие указанной информации ставит под угрозу безопасность британских чиновников.